Эх, нихера у тебя дом! Где конец дома? Нихера тут! Ты чё? Нет! Это только фигачит! Нет! Слышь, вот это? Это зажигалка. Я могу такое сделать, что ты не поверишь. Я... Хочешь, я смогу 5000 сжечь? Все, я сжигаю. Во, все, горят. Поняла. У меня в кошельке лежало 5000. Где они? Я их сжег. Как ты сжег? Вот так. Как это так? Так. Как это не знать? Не знаю. Что это такое? Я не понял. Почему без моего ведома взял в кошельке деньги? Не знаю. Как тебе это сделать в кошельке? Не знаю. Как это не знаю? Ладно, давай, мне тут сейчас ругать будут. Всем привет, дорогие друзья, с вами Серж, и сегодня мы будем снимать анти-гривер-шоу. Я нахожусь на забором площадке на своем сервере, где открывается шикарный вид на все, что можно только видеть. А, шикарнейший вид, и я жду звонка грифера, сейчас мы будем с ним снимать. Это тот самый дом, который выкладывал в группе, вы можете зайти в группу, ссылочка в описании ролика. Все там новости всегда есть. И звонок! Звони! 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 Алло, звонит! Лагает, не прошло и года, не прошло и года. Алло. Ну, здорово. Здорово. Тебе приютить надо было? Да, грифер, приюти меня. Почему я грифер? Не знаю, обычно все гриферы кого-то хотят приютить, убить. Нет, я не грифер. А что ты хочешь тогда? Зачем ты меня хочешь? Я тебя приютить хочу просто, ну, мне нужен, короче, друг. Я хочу, ну, как бы сказать, дружить. Мне нету друзей. Вообще нет? А ты что, в школу не ходишь? Нет. Да что ты врешь, что если ты в школу не ходил, ты бы не умел писать, говорить, тем более играть. Ты бы просто не зарегистрировался здесь на сервере. Ну, я бывал так хожу. Так что, будешь ТП? Да, давай, какой у тебя ник? Лев, ой, XX дом. Нет, XX дом. Или лев? XX дом. Вот такой у меня ник. А, ну вон, лев, вижу. Какой XX дом, ты чё? Ну, вижу-то я лева, лев. Нет, XX дом. Какой XX дом, если ты говоришь лев? Да не лев у меня! Ты вначале сказал лев! Это не мой ник, ну, я ты сказал, это моего друга. Ты сказал мой ник лев. Короче, чё-то. Я в чате один напишу. Давай. Во! Мария 228. Нет! XX дом, ты что? Да. Вот! Ё-моё! Чё ты сразу не сказал? Слушай! О! Ты где? О! Пошли за мной! Мы... Хочешь... Эх, нихера у тебя дом! Пошли со мной дом, пошли. Погоди, пошли. У тебя дом. Подожди, а где конец дома у тебя? Там, пошли за мной, я тебе покажу, пошли. Где там-то? Стой, дай посмотри. Погоди. Нихера у тебя домина. Угу. Нихера там еще. Это что за дом? Слушай, я за. А, нет, я думаю, я застрял, прикинь. Пошли за мной, слышь, пошли. Да погоди, ты, я дом еще смотрел. Ну там наверху круто будет. Нихера себе. Нихера себе. Давай, наверх самый подниматься. Ты идешь? Да, я иду. Кстати, как зовут? Меня зовут Егор. Меня Жека. Жека? Угу. Здорово, Жека. Тебе смотри, пошли. Куда прыгать? Еще подо... Фу, нихера, стой, я чуть... Нихера вершина, стой, тихо. Можно я посмотрю на все это? Ага. Ой, а что я... поднимайся сюда, смотри, иди сюда. Почему я плыву как будто? А смотри, отвернись. Да стой, погоди. Нет, вниз. Да какой вниз? Тут охрененно. Ух ты. Нихера тут. Ты чё? Да ты нахрена это сделал? А чё? Да зачем убил ты меня? А что такого? Это мои ресурсы уже. Там кидстарт был. И там чё? 5... Ты чё сделал? Ты уверни, ты чё сделал? Ничего, всё. Стой, я тебе кол пишу. Да хорош. Не хочу. Да чё ты не хочешь? Хорош, верни дом. Это мои вещи. Какие твои вещи? Ты меня сейчас убил. Нет, это ты упал. В смысле упал? Я решил посмотреть вершину, ты нахрена меня убил-то? Ты сам... врёшь? Вот ты смотри, ты идёшь, и там яма была, и ты упал в неё. Я ресурсы забрал свои. Да ты чё делаешь-то? Ну я же кидстар, мне... Ты чё? Чё? Ничего. Да давай, стой, давай так, я тебе кол пишу, ты возвращаешь мне ресурсы, и мы даже дальше дружим. Нет. Да чё нет-то? Нет. Я сейчас тогда со скайпа сброшу. Зачем? Ну а чё ты меня обманул же? Чё мне с тобой дружить? Я на тебя, пожалуйста, админом скриншоты на тебя сделаю. Окей, ТП. Давай. Смотри, вот, стой. Вот у тебя есть кит-бонус? Нет мне кит-бонус. На. Ты хорош, да ты чё? Да на! Да ты чё сделал? Да зачем? На, твоя голова хорошенькая. Вот она какая. Ты зачем убиваешь? Ты грифер, получается?
Ну, допустим, и чё? То есть я правильно изначально говорил? Да. А скажи, а зачем ты гриферишь? Суть в чем? Чё хочу, то и творю. Не твое дело. Ну, это сервер, здесь люди играют там. И чё? Это мой дом, и я строил его долго. Так что давай мне тут... Да? Не устраивай приказы. Я, ну, это сейчас админом, пожалуй, всё. И... Ну, давай, удачи. Чё удачи? Они сразу приходят и бить начинают. Чего? Они сразу бить начинают. Чего? Стоп! А чё с... Я сейчас всё, я админом жалуюсь, всё, тебе конец. Кто мне... Ты чё, фиг... Не надо! Они мне сундук ломают. Кто? Админы! Ты кому пожаловался? Я написал в поддержку. Там сразу ответили. Зачем? Там есть агент поддержки, и они... Ты дурак! Ты зря! Ты знаешь, на кого нарвался? На кого я нарвался? Ты мне ресурс сейчас вернёшь. Нет! Жил вернёшь. Нет! На! Ах ты... Собака. Сейчас тебе админы все сделают. Ну ты сука. Понял? Кто? Сука. Я? Да. А я тут при чем? А чё ты мне дом ломаешь? Я ломаю, ты больной? Фух, мои алмазы тут целые, ура. В каком месте я их ломаю? Ох, мои алмазики. Ну иди. О, вот моя голова, вот она. Иди отсюда. Фух, ушёл. Я на спавн ушел. Эй, кто? Я не знаю на спавне. Ты чё? Эй, нет, это... Ты чё? Ты да борзый. Помоги, блин, люди, что так... Что нет, меня только фигачит, нет! Чё ты, нихера слышал? На весь сервер громко какой-то раздавался. Блин, мои ресурсы... На весь сервер гром какой-то, слыхал? Блин, нет, нельзя, алмазы. Сука, ну кто? Ты сука. Да кто? Я-то здесь при чём? Да ты мои алмазы забираешь. Ты их... Кто убивает? Я на сервере? Я вообще на спавне. Иди на спавне. Увидь меня там на спавне сейчас. Я на спавне. Давай, я на спавне. Давай. Я на спавне стою, вот. Где, покажи. Вот. А, вот он ты. Короче, ТП ко мне. Блин, мне сундуки сломали, ТП. Нахрена мне к тебе ТП? Я здесь стою, я больше не хочу к тебе домой. Ты меня опять убьешь. Я тебя не убью, честно, мне сундуки сломали. Не пойду я к тебе домой. Ну ты вонючка. Я тебе не пойду домой, ты меня опять убьешь. Я не убью. Убьешь. Не, даю слово пацана. Какого слова пацана, ты не пацан? Я пацан, дебил. Ты не пацан. Ты не сейчас знаешь. Сейчас ты меня пацаном не будешь. Все, тебе конец, я админу пишу, ты еще оскорбляешь. Если забанишь, тебя забаню. Да? Угу. Как? Вот так. Ну ладно, все, админы сейчас будут портить все тебе. Только попробуй. Если не с этот дом, ты мне его будешь 2 года строить. Да каким образом ты меня заставишь это делать? С таким, каким хочу, так и сделаю, понял? А, стой, у меня есть идея. Знаешь, что, говорит, админ ты должен делать? Че? Под собой, вот встань куда-то и под собой просто ставь алмазные блоки и возвышайся вверх. Ну и че? Это как искупление идет. Ставь и возвышайся. Поднимайся, чё? Ну поднимайся, до конца поднимайся. Поднимаюсь. Ну, админы следят за тобой? Нет, их тут вообще лохов нету. А вон кто-то наверху. А, нет, никого. Да? Угу. Ай, что такое? Почему я умер? Ты умер? Да. Мне сказали админы, если ты пройдешь такое испытание и поднимешься до конца, тебе все вернут. Не ври. Окей, давай. Если ты мне сетнешь дом, ты мне будешь его новый строить. Я сетну? Да. А как я тебе сетну его? Не знаю. У меня прав. Извини меня, у меня здесь овнера нету. Ну, это невозможно. Только попробуй мне дом сетнуть. Да как я тебе сетну дом? Ты дурак? Кто? Ты. В каком месте? В прямом. Ты зачем мне дом сетнул? А ты нахрена меня сейчас оскорбил? А зачем ты мне дом сетнул? А ты меня оскорбил, зачем? А ты мне зачем дом сетнул? Я сетнул, ты меня видишь вообще? Я вообще на спавне стою. Че ты врешь? В смысле я вру? Блин, мне дом сетнули, что делать? Кто тебе дом сетнул? Никто тебе дом не сетнул. Блин. Ай, кто меня током бьет? Откуда я знаю? Я вообще на спавне стою. У меня алмазы есть, забираю, надо убегать отсюда. Нет, нет, не надо, пожалуйста. Сука. Блин. Ты еще только, если ты меня еще забанишь, я тебе такое сделаю. О, дом вернулся, ура! Вот я у твоего дома, ты че гнал? А, что, У тебя ничего с домом нет, ты че гонишь? А, что с моим домом? У тебя скайп прерывается или что ты там заикаешься? Нет, у меня ТП ко мне. Вот. Где? Я у дома, вот. Смотри.
Слышишь? А что здесь за херня была? Слышь вот это. Что это? Это зажигалка. И что? Ну то. Что, ну то? Я могу такое сделать, что ты не поверишь. Ты больной что ли? Зачем мне делать то, что ты не поверишь? Я... Хочешь, я смогу 5000 сжечь? Зачем? Просто. Зачем ты будешь 5000 сжечь? Просто. Просто? Ладно, балабол, я тебя и забаню сейчас вообще. Почему? Админы забанили. Почему я Серёга вышел? Так, ошибка, возможно, Серёга потеряется один хэй-баннерс. Чего? Тебя админы забанили, все. Ну все, чувак, извини, но мне придется 5000 сжечь. Какие 5000 ты сжечь? Все, я сжигаю. Че ты там сжигаешь? Все. Да? Давай. Все, я сжег. Я не слышал, что ты что-то поджег. Окей, сейчас. Я... Во, все, горят. Да? Так, я не поняла. У меня в кошельке лежало 5000, где они? Я их сжег. Как ты сжег? Вот так. Как это так? Так. Жить без денег. Не знаю. Я не поняла. Не знаю. Как это не знаю? Не знаю. Что это такое? Я не поняла. Ты почему без моего бедного взял в кошельке деньги? Не знаю. Ты что? Что тебе будешь делать в кошельке? Не знаю. А? Как это не знаю? Ладно, давай, мне тут сейчас ругать будут. Куда ты давай? Стой. А? Совсем уже. Стой. Ты совестный. Что стой? Ты сжег мамины 5000? Да. Я тебе не разрешала брать деньги. Зачем ты взял? Накажите сына своего. Он вообще... Ты зачем, ну все, давай, ты мне зачем 5000 забрал? Стой, все, ты зачем 5000 забрал? Все, давай, меня сейчас ругать будут, пока. Ты 5000 забрал зачем? Надо. Все, в смысле надо? Ты зачем сжег у матери 5000? Пока, все, мне сейчас, все, давай. Ты зачем у матери сжег 5000? Ты зачем? Он что, больной? Зачем у матери сжег 5000? Или он не сжег их? Он что, дурак, что ли? Он что, больной? Я даже его не забанил. Он что, шизанутый, что ли? Ну я больной какой-то. Я даже ему не сделал ничего, он уже 5000 сжигал, что ли? Да ладно, что он не сжег. Ну какой-то шизанутый. А мама-то зачем пришла? Ну я не знаю, какой-то больной. Шизанутый какой-то. Ну ладно, дорогие друзья. Это уже их проблемы. И пускай разбирается там он вообще с кем угодно. Но он какой-то был больной. Ну все, дорогие друзья. Всем спасибо за внимание. Заходите на сервер. Вот такой был грифер. Вот такой у него гриферский дом. Я думаю, это явно грифер. Поэтому всем спасибо за внимание. Всем пока. Заходите на сервер.